2,5 часа занималась. Я позитивный человек, посмотрите. Это самый ужасный. Это я только 3 дня назад делала. Какашка, да? Я ничего не буду говорить. Это Кёна, это мой первое видео после Нового года. Я никогда не выложила о плохом салоне в Корее, даже в лысеньких странах. Я вчера ходила делать ногти. Дорогие, в новой квартире еду делать ногти. Наконец. Сначала посмотрите, пожалуйста, мои ногти. Я позитивный человек, посмотрите. Это самый ужасный. Даже Юн был в шоке от этого. $60 в Корее и 2,5 часа занималась. Когда я пошла оплачивать, администратор сказала: «О, как вам идет такой фиолетовый цвет? Можно мы сфоткаем ваши ногти, чтобы мы сделали рекламу?» Это совсем новый салон. Я переживала, если они будут вкладывать это фото для рекламы, никто не будет приходить, и им придется закрыть этот салон. Поэтому я не разрешала. Еще многие сказали: «Кёна, сделай возврат деньги». Но у нас в Корее возврат деньги очень сложно, потому что защита права мастеров очень сильный. Я в Корее много раз попросила делать возврат деньги, когда мне нехорошо делали ногти, но никогда не получила возврат. Но просто я решила забывать и записала: Юн будет лучше красить. Та-дам! Здесь очень много русских детей живут. О, тихий. Шоколад казахский. Так, приехала делать ногти. Юля, подписчики, они обиделись. Так, это я только 3 дня назад делала. Какашка, да? Я ничего не буду говорить. Я так понимаю, тут... Особенно здесь чуть-чуть странно. Если вдруг будет горячо, больно, неприятно, говорите, не терпите, ладно? Я тогда по-другому буду снимать. Уже одна рука закончилась. Корейской мастер занималась 1,5 часа только снимать. Наверное, кто приезжает в Корею и делает ногти здесь, удивляется. Девочки сразу знают, что не надо. Об этом ходят легенды. Легенды? Рассказывают много. Да. Русские женщины, которые приехали давно, 20 лет назад. Раньше же не было русских мастеров. Да, 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 да. И они привыкли ходить... Да, да, да. Они видят разницу. Да, да. И потом они такие: «А что, можно?» Да, я тоже удивилась. Так вы же сделали недавно вроде? 3 дня назад. Ужас. Как будто больше недели. Серьезно? Ну, да. Кутикули убрали хоть? Она вот так повредила во время процедуры. Прикольно. Это мой первый раз, так через 3 дня еще делаю. Ну, теперь делаю через 3 дня. Я платила 60 тысяч чего. И там уже на большом скол. Без маникюра лучше, мне кажется. Это что такое? Цвета? Что это? Чтоб мне ровно подпилить. Пилить надо? Да. Да-да. Смотрите, у вас длина разная, но из-за того, что... Ну, это там по-другому не сделаешь. Вот, я просто объясняю то, что раз мы будем френч, я ее не буду трогать. Потому что лучше отрастить и потом сравнять ровности. Иначе вообще будет коротко. Кореянки сюда приезжают? Сегодня будет еще одна кореянка. Ты же говоришь по-русски? Кореянки приходят, если их приводит кто-то из русских. Подружка. Подружек, подружка. Да, да. Либо парень. Парень? Да, парень приводил. Он был узбек. Он сказал, что красиво. Он сказал, что надо к русским. А иностранцы в Корее сюда приезжают, да, еще? Много. Испания, Америка. А им тоже не нравится, как в Корее делают? Ну, чаще они в своих странах
уже делали у русских. И приехав сюда, они ищут специально русского мастера. Вот так кутикули убираем. Коленки замечаю, что у вас лучше делают. Когда люди вокруг разговаривают на другом языке, да, они... ты не понимаешь? Да, напряженность. Да, 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 и да. Думаешь, что про тебя говорят. Да, 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 да. Поэтому да. Сами они не приходят. Моя подружка тоже ходила в России ногти. Ну, вокруг все русские говорящие, она чувствовала какую-то напряженность. Кто-то посмеялся. Да, а мне. Это все корейское. Материал? Да. Пантон. А, да. Это точно другой уровень от корейских мастеров. Я не видела в Корее, кто так делает. Я знаю, что невозможно получить деньги обратно. А почему кто от салон пошли? Новый? Прямо в моей квартире появился. Помещение очень красивое, очень хорошее. Пошла и рукожоп. Яркий-яркий? Да. Я попросила мастера делать такой дизайн ногти, но переживала, потому что только 3 дня прошло. Она так аккуратно сделала искусство, это арт. Вот такой тонкой-тонкой кисточкой рисовала. Обратно к ним в салон, да, такая? Смотри. Да, я хочу показать. Она помнит, потому что я была почти первая клиентка. В следующий раз хочу поехать еще в корейский салон и хочу показать это ногти. Мои ногти вернулись! Я такая счастливая! Смотрите! Посмотри, оте? А, 저번에 갔었을 때 그 보라색으로 했었잖아. 아, 그건 좀 진짜 아니었던 것 같아. 너무 진짜 별로야? 그때 진짜 너무 심해가지고 내 인생의 최악이었어. 얘는? 이게 너무 잘했네. 진짜 잘했지. 이제 나랑 같이 손 잡고 다닐까? 아 이제 근데 좀 멀더라도 여기 와서 하자. 알았어. 죽이고. Спасибо мастеру Юле и спасибо вам. Я правда очень рада.